Студенты Сергиево-Посадского филиала ВГИК отправятся в Суздаль в качестве зрителей и участников мероприятия. Ведь для них это отличная возможность познакомиться с новыми тенденциями в мире мультипликации, а также обменяться опытом с коллегами из других учебных заведений. Наши ребята, студенты нашего филиала, едут на этот фестиваль в качестве наблюдателей, в качестве также участников, и они будут наблюдать и познавать анимационную индустрию изнутри и также отсматривать работы из-за рубежа, которые будут приходить на этот фестиваль. Фестиваль анимационного кино привлекает авторов всех видов анимации, произведенных на территории Российской Федерации или гражданами России и Белоруссии, работающими в других странах. Очень много талантливых ребят, и в первую очередь туда надо ехать за впечатлениями, которые позже вдохновляют тебя на новые творческие какие-то работы и так далее. На открытии прошло награждение победителей конкурса заставок фестиваля. Второе место заняла София Копытова, студентка 4-го курса. Суздальский фестиваль станет настоящим праздником для любителей анимации и мультипликации. Александра Зайцева, Тихон Бузынкин. День города.